Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вы этого долго ждали. Мы возвращаемся, как до соседа ремастера от Social Media Life Production. Короче говоря, сегодня мы будем проходить третий сезон на 100%. Я научился это делать. Я вчера почти всю ночь сидел, изучал, как проходить. Сегодня еще практиковался, чтобы ничего не забыть. Ну и вроде получилось. Ну и, кстати, сразу спойлер. За прохождение всех уровней на 100% ничего не дается. Никаких новых режимов пока не разблокируется. Ничего не доступно, даже несмотря на то, что написано сейчас вот внизу про вот этот режим. Кстати говоря, вышел патч, который исправляет немало багов. Множество критических багов исправлено было. И в том числе я рекомендую вам обязательно скачать этот патч, он будет по ссылке под видео. Как бы сама игра, это нынешняя версия, с которой много багов исправлено. И, собственно, этот патч, без этого патча я бы не смог пройти все уровни на 100%, потому что там есть такие баги, которые очень сильно все усложняют. А на уровне сезон охоты появляется еще такой баг, который не дает возможности пройти уровень на 100%. Этот баг теперь исправили. Собственно, про них мы поговорим чуть позже, какие исправили. А также в этом патче появились некоторые новые картинки вот эти. А, во-вторых, вот здесь теперь сказано, что это за режим. В будущем будет в полной версии. Упрощенный режим игры. Геймплей основан на второй части «Адские каникулы». У вас 3 жизни, время не ограничено. Нужно набирать монеты за пакости. Ну, то есть, как бы, вы выбираете, либо геймплей будет как в обычной в первой части, либо как во второй части. Режим будет называться режим «Адские каникулы», я так понимаю. Хотя, в принципе, я бы дал название обычный режим и упрощенный режим. Этот пока неизвестно, что за режим будет. Этот тоже пока неизвестен. И этот тоже пока неизвестен. Ну и режим мини-игр, соответственно, который показывают, какие мини-игры. Пока доступно всего лишь 5. Ладно, поехали. У меня до сих пор насморк еще остался после болезни. Ну и, кстати, почему-то кубок не отображается почему-то за третий сезон. Впрочем, заставка о том, что его выдают, есть. Начнем с уровня день стирки. И теперь, кстати, с выходом этого патча теперь наконец-то работает эта кнопка. Запустить. Так. Ну и почему-то, правда, на английском название серии пишется. И там русские буквы видны за ней, черные. Значит, сначала берем все вещи, берем комод. Опа, я неправильно начал. Уже сразу же что-то забыл. Но я постараюсь много чего... Я постараюсь ничего не забывать. Короче, берем шарики и берем... Дальше идем вот здесь. Идем вот здесь, берем, собственно, корм для птичек. Дальше идем сюда, берем лопатку. Распаркаться. Перед записью надо было. Сейчас. Прям вот я говорю, и прям давят сопли туда. Ну-ка, давайте я выспаркусь. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня есть влоговый канал, который просто называется Максим Артемов. На нем вы можете найти некоторые простые съемки из моей жизни, которые я делал без монтажа и все такое. Просто съемки с мобильного телефона. Также на этом канале можно найти некоторый эксклюзивный контент с канала Максимадзе и некоторые вырезки с интересными моментами тоже с канала Максимадзе. Так что переходи и подписывайтесь, ссылка в описании. Продолжаем, как задолбали сопли эти. Короче, теперь идем на кухню и берем порошок. А теперь идем в шкаф. Так. Теперь ждем, когда сосед уйдет наверх. И сейчас готовимся спускаться в подвал. Нам надо
подождать, пока песик заснет. Вот, все, пошли в подвал. Берем плоскогубцы сначала. Высмаркивание ненадолго помогает, конечно. И стоим здесь. Стоим здесь и ждем, когда сосед на балкон пойдет. Это нужно для того, чтобы мы успели удрать. Когда сейчас схватим бутылку вина. Так, все, теперь берем бутылку вина и бежим на кухню. И сразу же идем наверх. Корм для рыбок. И поганим. Берем ножик. И пока прячемся под кровать. Если боитесь рисковать, то можете ножик взять потом и спрятаться под кровать тоже потом. Так, проделываем дыру в пылесосе, но пока землю не использую. Так, делаем круг через кухню и понизу, чтобы не попасть соседу на глаза. Теперь возвращаемся наверх. Возвращаемся наверх и пока прячемся под кровать, просто ждем. Ждем, когда сосед вернется наверх. Как заколебал этот насморк уже, а? Когда все это пройдет, а? Так, утюг пока не трогаем. Пока что ждем. Первым делом нам надо будет корм для птиц применить. Так, используем корм для птичек. И используем сразу же утюг. Утюг использовали и бежим вниз. А теперь применяем лопатку, посыпаем землю. Затем идем на кухню и рассыпаем здесь шарики. Подвисает Вуди немного здесь. Так что отходим и спускаемся еще раз. Теперь ждем, когда пес заснет, чтобы сделать пакости здесь. Плоскогубцы используем на сушилке. И бутылку вина на стиральной машине, соответственно. Ну и, в принципе, все. Остается только спрятаться в шкаф и наблюдать. Да, вот хорошо, что все-таки сделали такой патч, который исправляет много багов. Потому что пока его не было, багов было настолько много, что я просто вообще не мог просто пройти третий сезон. Уровень сделай сам, вообще я не мог пройти, потому что пробка просто бажилась. То пропадала из инвентаря, то не ставилась. Эти баги теперь поправили. И, короче, я забил. Я просто забил. И вот когда теперь вышел патч, я решил попробовать снова. И теперь я, собственно, открыл способы прохождения всех 4 уровней на 100%. Поэтому, если хотите научиться, то смотрите внимательно. Вообще, как оно, по сути, должно работать? Все пакости должны сработаны быть так, чтобы ни одна из них не была использована слишком поздно. А поздно будет тогда, когда вот этот индикатор уйдет в ноль. Собственно, когда, как вы знаете, когда срабатывает пакость при наличии вот этой шкалы,
что добавляется в этот счетчик, это счетчик злости соседа. И, собственно, его должно быть на одно число меньше, чем количество пакостей. Собственно, вот, мы прошли уровень на 100%, и теперь переходим к следующему. Безумный фитнес, он будет немножко посложнее, но тем не менее пройдем. Нажимаем в этот угол, чтобы Вуди не зашел. Сразу ждем, когда пес заснет, и идем на кухню. И причем обязательно вот так делаем, чтобы пес проснулся и перешел в другое место. Осматриваем книжную полку. Идем наверх. Хватаем пилу. Вуди часто застревает вот перед батутом, поэтому я сначала нажал сюда, уже потом туда. Спускаемся вниз. Стоим здесь, ждем, когда пес заснет. Спускаемся. Сначала осматриваем сумку. Теперь идем в подвал. И нам также нужно разбудить пса. Хватаем предметы здесь. И ждем, когда пес заснет снова. Отлично, все, пес заснул. Теперь идем в ванну, чтобы взять там таблетки. Извиняюсь. Так, таблетки взяли. Теперь идем наверх. И также будем пса. И сейчас делаем круг по низу, чтобы не попасться на глаза соседу. Идем вниз. Мимо пса. Опять-таки будем его. И начинаем пакостить. Берем пружину. Используем ее на батут. Берем таблетки. Стероидные таблетки. И, собственно, книгу. Про книгу надо еще и будет не забыть в одном месте. Значит, дальше. Плоскогубцы применяем на велотренажер. Также применяем плоскогубцы на холодильник. Теперь ждем, пока он попрыгает на скакалке. Стоим, ждем. Ждем, когда пес снова заснет, и спускаемся в подвал. И пока пса не будем. Быстренько делаем пакости здесь. А вот сейчас пса надо будет разбудить. Опа. Разбудили. Хватаем книгу. Он обратно положил книгу. Туда. Берем ее еще раз. У нас нет времени смотреть на пакость с рыбками, поэтому мы ее не увидим, но нажимаем вот сюда, а уже потом на дверь. Это нужно для того, чтобы Вуди не наступил и не разбудил пса. Так, использовали. Теперь возвращаемся наверх. И снова будем пса. Так, кладем ролик сюда. И готовимся включить миксер. Это нужно нам для того, чтобы сосед обратил внимание на миксер и не заметил ролик. Так он заметит ролик и уберет его просто.
включаем миксер и уходим вниз. Так, он выпрыгивает в окно, улетает, вернее, и мы возвращаемся на кухню. И сюда идем. Так, ну и можем просто стоять здесь. Потому что он вернется на кухню. Снова. Так, сломалась у нее дверца на холодильнике. Так, ну миксер он снова будет использовать. Правда, он как одновременно пьет и использует миксер. Я не знаю, как это возможно. Так, ну и в принципе все. Опять же, просто ждем, стоим. Смотрим последние пакости. Так, ну и, собственно, теперь остается скакалка. Связанная скакалка. Уровень пройден на 100%. Собственно, да, сделай сам следующий уровень. Поехали. Значит, также берем все вещи сначала. Берем вещи из комода сначала, потом идем наверх. Осматриваем мусорное ведро. Перейдем вниз, смотрим, берем вещи в подвале. Развязываем вот эту ткань. И используем гаечный ключ, чтобы взять двигатель вот этот. Берем плоскогубцы. И готовимся пойти наверх. Но нужно подождать, пока заснет пес. Собственно, пакостить мы здесь начинаем уже сразу. Используем двигатель на кресло, на вот этом супер кресле. И идем наверх, на третий этаж. Да, вот кровати нет, а тень от нее все равно остается. Теперь используем плоскогубцы на вот этой вот машине, шлифовальной машине. Берем пробку из тумбочки, ломаем лестницу плоскогубцами. Так, пока пес спит, аккуратненько берем книжечку с книжной полки. И применяем книжечку здесь. Так, и ждем, когда сосед попадется на первую пакость. Так, теперь спускаемся вниз. И спускаемся в подвал. Ой, какой подвал? Пока на первый этаж, вставляем пробку. Теперь она, слава богу, не бажится. А теперь ждем, пока заснет пес, и надо очень быстро это сделать. Один, два, 10! Вот так вот надо очень как-то быстро просчитать. И успеть удрать, потому что если... Хоть на миллисекунду замедлишься, не успеешь удрать. Ну а дальше все просто.
Применяем этот провод сюда. Включаем тепловой клапан. И пока что прячемся за вешалкой. Какая удача, что здесь есть вешалка, за которую можно спрятаться. Так, сосед идет к суперкреслу. Проигрыватель, видимо, мамаша принадлежит вас, раз уж она его лупит после этого. Правда, могли бы немножко поинтереснее пакость, конечно, завернуть. Могли бы какие-нибудь искры вылетающие оттуда бы сделать. Или на экране что-нибудь необычное такое. Рябь какую-нибудь. Так, он идет назад в батарее. Пока ждем, сидим. Так, он идет закрывать водяной клапан. И ждем, когда он уйдет, и обратно включаем клапан этот. Опять же 100%. И последний уровень — Ночь Охотника. Уровень, который нельзя было пройти на 100% в предыдущей версии, где была куча багов. Потому что здесь был баг, который... В чем его суть, я расскажу, буду проходить этот уровень. Значит, как всегда, берем сначала все вещи. А, нет. Идем, пока наверх не идем, идем пока вниз. Берем гвоздь. И достаем крысу. Здесь нас ждет мини-игра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так. Берем клей. Сейчас пораскальзываем и сразу же идем под кровать. И нам нужно будет взять патроны и эти. Патроны, шарик и свистульку еще вот здесь. Аккуратно проскальзываем здесь. Вообще, на самом деле, я допустил небольшую ошибку, вот, потому что, смотрите,
Надо было не останавливаться, а сразу же хватать клей и, собственно, пробегать в спальню именно тогда, когда он еще не успевает полностью взять вон тот опрыскиватель. И, собственно, схватить по-быстренькому пули и залезть под кровать. А так это немножко замедляет процесс. Но все равно несущественно нам это помешает. Просто чуть-чуть это замедлило процесс нам. Ждем, когда пес уснет. Пакостить нужно начать с ружья. Именно с ружья. А пока изначально берем вещи все. Так, стоим здесь. И ждем, когда сосед пойдет опять наверх. В отличие от оригинала, здесь надо и пробки, и патроны вставить сразу, потому что это считается не за одну, а за две пакости. Так, вставляем патроны. И вставляем пробки. Это за две пакости считается в этом ремастере. И пока что... Так, пока что стоим здесь. Готовимся направиться в спальню. Сейчас он пока идет. Проникаем, быстренько бежим под кровать. Пока он еще не взял. Все это нужно нам, чтобы сосед пока еще не успел сделать все и попасться на ружье. Мы немножко замедляем его ход. Так, сейчас ждем, когда пес заснет, и идем использовать шарик. Так, теперь возвращаемся сюда и ждем соседа. Ждем, когда пес заснет и сосед уйдет. Значит, используем клей на шляпе. И крысу в коробке. А теперь садимся за компьютер, нажимаем эту кнопку. Мужики, надоело все это. Не могу я уже спокойно думать о том, скольких зверят мы убили. Мне их так жалко, никогда больше не смогу взять ружье в руки. И от мяса тоже откажусь. Стану вегетарианцем. Надеюсь, вы меня поддержите, может, тоже перестанете убивать зверей. Животных. Так, ждем, пока сосед уйдет. Оттуда. Впрочем, сосед на самом деле от охоты не собирается отказываться. И вот так аккуратненько прокрадываемся. Щелкаем вот так. Вот так вот надо четко прям нажать. Можем... Странно, а где порох-то? А, вот он. Я забыл взять порох. Не забывайте про порох. Но ничего. Забыли, но все же успели взять.
Все равно спешить пока еще с порохом не надо. Я лоханулся. Заново начинаем уровень. Я забыл свисток посвистеть. Так, значит, вот как. Не повторяйте моих ошибок. Надо посвистеть собачий свисток после ружья. Свистим! Это нужно, чтобы он успел прибежать сюда и... Вот эта вот шкала не ушла в ноль. Нам еще придется пару раз посвистеть в этот свисток. Короче, вот в чем баг был. Сосед после вот этой шляпы вместо рожка возвращался назад к ружью зачем-то. Теперь этот и из-за этого просто не было возможности пройти уровень на 100%. Теперь этот баг исправили, теперь я могу это сделать. Так, ждем, когда он возьмет вот это вот средство для полировки. И как только возьмет, сразу же свистим. Свистите именно в тот момент, когда видите кубки на... в облачке у соседа, потому что если вы слишком рано посвистите, то он может не успеть взять полироль и может вернуться за ним. Ошибки, если хотите проходить на 100%, ошибки вообще нельзя допускать. Одна ошибка и все, давай по новой. Мне вот много раз приходилось по новой начинать. Так, он назад полироли не ставит. Короче, он открывает шкаф. И как только он берет пластинку, снова свистим свисток. Опять я лоханулся. Так, делаем это еще раз. Вот нельзя, ни в коем случае нельзя делать ошибки. А то он, как вы видели, я вместо гвоздя зачем-то схватил свисток. На самом деле, сейчас, пока я перепроходил этот момент, я еще 3 раза переигрывал. И сейчас, вот как только он пойдет в кресло, сразу же идем наверх. Подкладывать динамит. Let's go. Подкладываем динамит. Сто процентов. Да. Вот, мы прошли на 100%. И, кстати, в изменениях было сказано, что был исправлен баг, в котором клонируется сосед, если его разбудить, пока он спит в кресле. Так вот, нет, нифига, у меня... у меня он снова клонировался, пока я перепроходил эти... пока я перепроходил этот уровень несколько раз. Ну что ж, делайте, как я, но только без ошибок. И тогда... без проблем пройдете 3-й сезон на 100%. То же самое про вот эти сезоны говорю. Про них отдельное видео есть по 1-му и 2-му сезону. Не знаю, почему не дают статуэтку. Тем не менее, если пройти до золота, то нам покажут экран, что нам вручают статуэтку. Но там в конце опять написано на русском с матерными словами. Игра нас обвиняет в читерстве. Но тем не менее, как бы... и пишут, что мы тебе не дадим все-таки кубок. Хотя, если пройти на серебро, тоже этот кубок не дадут.
Так что, в общем, так что в любом случае это по скрипту. Я надеюсь, вот эти матерные слова, вот этот подвох уберут из полной версии игры, потому что это ненормально. Это ненормально. Ну что ж, вот такой вот гайд по прохождению третьего сезона 100% был. Вы его долго ждали, и надеюсь, вы удовлетворены. На сегодня все, с вас лайк, с подписоса, с меня эпичные видосы. Ждем следующих версий этого ремастера. Говорят, есть какие-то слухи, что уже скоро нам откроется вторая часть. По крайней мере, первый сезон из второй части, а он же четвертый. На сегодня все, с вас лайк, с подписоса, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, Супадеру ВКонтакте, и всем пока.